На моем канале новая рубрика на самую обсуждаемую и волнующую тему «Отношения между мужчиной и женщиной». Взаимоотношения – это основа всех жизненных ценностей, а отношения между мужчиной и женщиной – самая важная тема жизни, потому что как ни крути, а все равно мы жить друг без друга не можем. В этой рубрике я буду делиться с вами своими стихами, рассуждать на самые острые темы и волнующие всех нас вопросы, на которые сложно дать однозначный ответ. А почему мы так по-разному переживаем свои эмоции, чувства любви или ненависти, безразличия или ревности, одиночества или наоборот переизбыток внимания. Все понимают, что любовь меняет нас в лучшую сторону, делает нас наполненными, вдохновленными, придает нашей жизни особенный смысл. Но как же сохранить это чувство? Построение отношений – это как сберегательный банк, но вам не на что рассчитывать, если вы сами что-то не вложите. А почему мужчины так полигамны и не способны на постоянство? Как быть, если вы узнали, что ваш любимый человек вам изменяет? А может быть, ревность полезна в отношениях, чтобы поддать огоньку и снова разжечь пламя страсти? Или же от нее только все рушится? Вы спросите, почему я знаю ответы? Или умничаю, пытаюсь кого-то учить? Но самые важные вопросы, которые так нас беспокоят, мы порой сами не знаем ответа. А давайте вместе рассуждать и искать ответы на все эти волнующие нас вопросы. В своих видео я никому не навязываю свою точку зрения. Это мой личный опыт и мнение, поэтому относитесь к этому с пониманием, а в некоторых случаях и с юмором. Друзья, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Жду ваших фидбэков. Спасибо, что смотрите.